Привет, друзья! Я снова приветствую вас на даче. С вами вновь Буянов Олег. Сегодня у меня такое секретное видео для любителей растений, огородников и садоводов. Сегодня я хочу вам рассказать о своих экспериментах, которые я проводил, выращивая разные растения. В 2016 году начались мои дачные эксперименты. Вырастил целую грядку амарант. Где-то около 10 статей я написал на своем личном блоге. Дальше эксперименты продолжались. Это было и репа, это было и редька. В 2018 году это был топинамбур, который я тоже в одном из прошлых видео вам показывал. В 2019 году эксперименты тоже продолжились. Не только на даче начал выращивать, выращивал у себя на балконе. Это была зелень, огурцы, которые тоже выросли. Они такие были небольшие. 3 огурца я тоже съел. И в 2020 году я посадил у себя на балконе, кроме зелени, огурцов, помидоры и перцы. Уже вам показывал, что там у нас как растет. А сейчас я хочу вам рассказать еще о своих экспериментах, которые секретные. Я их начал выращивать, вот эти все растения, уже в 2020 году. Давайте их посмотрим. Начнем с самого простого. Это 3 абрикоса, которые у нас тоже прижились в этом году. Это наш эксперимент. Долго не высаживали их. Решили тоже посадить. Вот так сейчас они поживают. Это первая часть. Также еще интересное растение, которое я начал выращивать в 2020 году. Дело в том, что очень много видел, что выращивает фасоль, спаржу. Они продаются обычно замороженными, поэтому хотел тоже попробовать вырастить у нас на даче, получится или не получится. Я начал выращивать спаржевую фасоль. Моя спаржевая фасоль вот так вот выглядит. Она была маленькая, но сейчас тоже очень сильно разрослась. Вот такие у нее бутончики цветков. Если фасоль, самое главное, давайте действительно посмотрим. Вот такие стручки фасоли мне подсказывают. Стручки, да, действительно. Фасоль, она очень такая большая. Этот эксперимент, как вы понимаете, он тоже полностью удался. Посмотрим, как она вырастет. И тоже соберем урожай. Вот она такая вот у нас. Рядом у нас наш любимый горох, он только еще созревает. В этом году бобы мы не стали садить, только горох и спаржевую фасоль. Вот такое прекрасное растение. И, в общем, этот эксперимент тоже, я считаю, достаточно хорошо у нас получился. Еще раз на нее посмотрим. Вот так она выглядит. Пойдемте дальше. И еще один эксперимент, который я тоже вам хочу показать. Растение, которое я тоже выращиваю. Я его уже показывал в прошлом видео. Это наш небольшой арбуз. Вот в следующем году это будет дынька. Дальше он туда идет. Но самое главное, что мы смогли его тоже вырастить. Небольшой. Хороший. Не буду его трогать, чтобы он побольше еще у нас вырос. Вот это третий эксперимент, который мы проводим на даче. А дальше уже переместимся на наш балкон, и там я вам покажу те растения, которые я выращивал в виде эксперимента, и что из этого получилось.